Всем привет! Сегодня, сейчас пока я поднимаюсь на стуле, расскажу вам. Ну, собственно, вы и сами понимаете, что это видео о том, с итогами конкурса, о том, кто победил. Вот, сейчас я опущусь. Спонсором был, как обычно, уже Brooklyn BMX Shop. Вот, это уже, получается, по счету 18-й конкурс. Будет уже 19-й. Спонсором снова будет Brooklyn BMX Shop. У них там сейчас скидки на 5, от 5 до 11%. И два приза мы разыгрывали в этот раз. Это пиги и хабгард. Это первое место. И второе место — это парафин, воск в виде гроба Shadow. Итак, давайте подведем итоги. Вот наш конкурс. Он набрал... Сейчас мы скопируем ссылку. Вставим сюда... Найти. Поделились. 2800, почти 3000 человек. И первый человек получит вот эти пеги и хабгард. Пеги Одиссей, причем очень хорошие. Вот. Хабгард не помню какой, если честно. Вот передний хабгард от Daily Grind. Спрашивают, где конкурс, все ждут. Очень устал. Итак, ладно. Определяем победителя. Им стал Семен Маринский из города Армавир. Не знаю, честно, где это находится. Вот. И след... второе место. Второй победитель получает парафин. И это Денис Нерпин. По-моему, он, кстати, уже выиграл в предыдущих конкурсах из Владивостока. Вот, собственно, все. Денчик получает воск, парафин, Семен получает пеги и передний хабгард. Собственно, на этом все. Участвуйте в следующем конкурсе. Так, ну давай. А, нет, вперед-назад, во. Участвуйте в следующем конкурсе. Кому нравится конкурс, ставьте лайки, это всего лишь репост. Вот, а завтра у нас генпрогон, точнее сегодня, когда вы смотрите это видео, у нас генпрогон нашего шоу, и наконец-таки будет все закончиться, и будет много свободного времени, будет только 2-3 шоу в день, и все. И я смогу снова снимать обучалки и всякие другие видео. В этом году мы можем больше раз брать велосипед, так что думаю, видео с байком будет, наверное, больше, чем в прошлом году. Собственно, такие дела. Участвуйте в конкурсе. С вами был Дима Гордей. Пока.